20 минут о красивой жизни в красивом городе. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Ювелирный рынок сегодня – это тысячи предложений в различных ценовых и стилистических сегментах. Если говорить о классическом ювелирном искусстве, то это всегда редкие драгоценные камни, уникальные дизайны и работа мастеров высочайшего уровня. Изделия класса люкс, они оцениваются не только по граммам золота, но там самые лучшие высококачественные камни, прекрасная работа, совершенный дизайн и признание во всем мире, узнаваемость. Вот эти четыре составляющие дают оценку люкс. Представитель этого ювелирного направления – бутик «Частная коллекция», который недавно отпраздновал день своего рождения, год работы в Челябинске. Работа вот моей мечты – это работа радость. Я обожаю вот эти вот все красивые украшения, которые люди приходят, говорят, что такого не видели, что это для них ново. Мы притягиваем тех людей, которые ценят красивое, которые видят красивое, во-первых, а во-вторых, качество. Его видно. Со всех сторон изделие должно быть красивым. И у нас ценители прекрасного, наши клиенты. Наши клиенты – это коллекционеры и ценители прекрасного. Многие драгоценности мирового уровня создают наши российские мастера. Ювелирной столицей России считается Екатеринбург. Оттуда родом, в частности, знаменитый Виктор Моисейкин. Он начал свою работу 25 лет назад. Есть те изделия, которые проверены временем, стали классикой и дорожают каждый год. Потому что это изделие класса люкс. Он во всем мире работает. Япония, Китай, Дубай. В общем-то, договориться с ним очень сложно, но тем не менее, мы как-то у нас получается, у нас общие какие-то взгляды. Есть коллекция Ван Гог, допустим. Он пересмотрел все эти картины, какие можно было доступно пересмотреть, вдохновляется и пишет отсюда свои работы. Западные ювелиры хоть и уступают российским по части исполнения креативных идей, но стараются тоже не отставать от лидеров драгоценного мира. Коллекция Гривелли – это итальянская коллекция. Вы можете посмотреть, насколько они уникальны, интересны, утонченные, необыкновенные, воздушные. Украшения здесь соседствуют с картинами современных художников. Есть в этих работах много общего. Всего того, что достойно коллекции самых требовательных ценителей прекрасного. Роль трикотажа в жизни человека, даже если он совсем не интересуется модой, невозможно переоценить. Этому пластичному и удобному материалу некоторые бренды посвящают целые коллекции. А у нас в стране открываются даже специализированные магазины тканей, в которых представлены исключительно различные виды трикотажа. Один из таких салонов недавно открылся в Челябинске. Подробности далее. То, что у нас, обыватели, называется одним словом трикотаж, у профессионалов имеет несколько названий. Футер, джерси, кашкарсе, трехнитка начес – все эти наименования заслуживают отдельного представления. Теперь и у нас в городе есть такой магазин, который специализируется на трикотаже. Наши специалисты в компании проводят глубокий анализ разновидностей цветов и палитры. И чтобы подобрать определенный цвет, который нам подойдет, который будет пользоваться спросом у наших посетителей, наших клиентов, проводится большая работа. То есть каждый цвет проходит множество стадий отбора. Когда люди очень требовательны к цветам, оттенкам, вот здесь можно любой вариант найти в холодной, теплой гамме. Как с ней работать приятно. Настроение всегда очень повышается от этой цветовой палитры. Дизайнерскую вещь из трикотажа выдают сложный оттенок и идеально подобранные прикладные материалы. У нас есть собственный шнуровязальный цех. И нашей задачей является произвести шнуры идеально в тон к представленному футеру. В частности, здесь представлен оттенок спелая вишня. Для того, чтобы получилось хорошее, качественное, интересное изделие, нужно, чтобы различные фактуры тканей
были в единой цветовой гамме, ну вот как у меня. Трикотаж с рисунком – тема отдельного разговора, ведь принт – это всегда характер. Именно он делает одежду стильной, актуальной и эмоциональной. Линейка разнообразна, и преимущественно, да, вы можете придумать уникальный, универсальный образ, который не повторится ни у кого. Бренд Red Matter впервые запустили линейку аромат-ткани. Данные мишки представлены с оттенком шоколадного вкуса. Они на самом деле пахнут шоколадом. Я сшила себе пижаму, хожу в ней и пахну шоколадом, и мне очень нравится. Принты – это супер. Вот, на самом деле очень мало классных принтов можно найти. Таких, ну, и современных, да, и в то же время, чтобы можно было взрослому человеку, да, надеть. Кстати, с трикотажем сегодня работают и профессионалы-дизайнеры, основатели собственных брендов, и мастера хендмейда, те, что шьют для себя и своих близких. Я шью из трикотажа различные фэмили-луки, одежду для повседневной носки. И очень важно, чтобы ткань была качественная, чтобы она не изнашивалась. Качество ткани, качество пенье, соответственно, ткань не мнется, не скатывается, не дает усадку, не линяет оттенки. Такую цветовую палитру футера я, ну, вообще трикотажа, наверное, не встречала нигде. Вообще очень люблю именно экспериментировать с трикотажем, поэтому я очень рада, что у нас Red Matter открылся в Челябинске и все поближе к нам. Я увидела эти принты и захотела сразу пижамку и платьишко, и мне всего захотелось сразу же. Значение трикотажа в жизни человека нельзя недооценивать. Он непременно встречается в гардеробе и консерватора, и продвинутого модника. Последние, кстати, наверняка оценят магазин Red Matter с его эксклюзивными оттенками и многообразием видов трикотажа. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюр» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Медиарт. Утонченная классика. Медиарт. Безупречный силуэт. Женственность. Главный модный тренд. Медиарт. Это платье вашей мечты. Медиарт. Гарантия восторженных взглядов. Хочешь стилнес там сделать? Значит, ты должен на свой пик выйти, задержать. И быть готовым потом поменять. Если же ты хочешь это сделать как набор, так набор же у тебя продолжение есть, а потом выход. Рабочий процесс исполнителя бальных танцев состоит из рядовых тренировок и спортивных сборов, где дают уроки именитые тренеры. Этой зимой на сборы в школу Вероника приехал легенда танцевального спорта Славик Крикливый, пятикратный чемпион Америки и многократный призер чемпионатов мира среди профессионалов. По такому поводу в Челябинск приехали спортсмены из разных регионов страны. Нашей первой эмблемой был именно он. Своей партнершей Кариной Смирнов. Они представляли много лет Америку и танцевали за эту страну. Вот уже тогда, столько лет назад, мы проводили вместе с эмблемой их танца, их понимания, их стратегии, проводили свои чемпионаты, турниры, на что мы равнялись. Контактировать с таким человеком, как Славик Крикливый, это действительно очень сильное впечатление, я думаю, в жизни каждого, кто здесь находится, в нашем городе. Ты видишь этого человека, которого видел только на экране телефона, телевизора, и ты, у меня такая дрожь идет по телу, и кажется, что вообще просто вау. Вживую услышать и увидеть такого тренера – это заряд, на самом деле, очень большой. Чувствуется его энергетика, и эта энергетика передается, поэтому здесь, можно сказать, непередаваемое ощущение, и здесь прям наполняешься часом. Казалось бы, на этом занятии присутствуют те, кто уже добился успехов в танцевальном спорте. Однако мастер-класс от звезды мирового уровня – это всегда бесценные знания. Проговариваем и делаем все вместе. И ball flat, ball flat, ball flat, ball,
ball flat. И раз, и два, и три. Когда танцор молодой, еще недостаточно опытный и знающий, то это может быть создать очень много каши в голове. Потому что один педагог будет говорить, ты делай это, другой педагог говорит, ты делай это. И это в одно и то же движение тебе говорят два педагога по-разному. И, безусловно, молодой танцор не знает, что с этим делать. Поэтому в таких случаях нужно придерживаться, всегда должен быть один какой-то ведущий педагог, коуч, и должны быть какие-то гостевые педагоги, к которым ты идешь с конкретной задачей. На этом мастер-классе много теории, много разговоров и объяснений. Тренер Крикливый призывает к осознанному танцеванию, концентрации на музыке и обдуманным движениям. Голова в этом процессе работает больше всего, отвечая и за технику, и за эмоции. Вот научитесь, ребята, практиковаться грамотно. Чем больше раз вы повторите неправильно, тем больше шанса, что вы загоните свою мышечную, свое сознание, свою мышечную память ошибку. Потом выгнать ее из себя будет намного сложнее. Поэтому лучше делать очень медленно, очень скрупулезно, но сделать очень осознанно, что я делаю, я контролирую. Ага, flat. Ball, flat. Вообще мы проводим обычно 3-4-5 дней такие мастер-классы, потому что они связаны с тем, что это комплекс, набор для любого спортсмена занятий, которые привели бы его в хорошую форму. Если грамотно построен тренировочный процесс и гармонично происходит работа над всем, и над техникой, и над механикой, над ритмичностью, музыкальностью, динамикой, актерское мастерство, то в дальнейшем уже, безусловно, у каждого танцора все равно какая-то часть будет более прогрессировать, более, что ему ближе, что его душа чувствует лучше. Мы очень много времени уделили тому, чтобы я не зажимался. И я, наверное, трудно будет поверить, но за вот эти несколько часов я начал осознавать то, что я делаю, то, чем я занимаюсь, немножко по-другому. И работать я сейчас буду немного в другом режиме, нежели раньше. Каждый раз немножко, как бы, может быть, другие ощущения впитываешь. И каждый раз все равно, как бы ты там сильно не был готов, как бы ты не относился к танцевальному процессу, да, к своему развитию, ты все равно некие моменты забываешь. Сегодня многие танцевальные жанры становятся технически более сложными. В движениях все больше трюков на грани физических возможностей. И часто это бывает в ущерб музыкальности. Просто стараются создавать какие-то спортивные эффекты и качества. Танцоры проявляют свое «я» через пластику тела и реагируют на музыку. Мы от музыки получаем и настроение, и состояние, и, соответственно, я знаю, когда и как отреагировать на музыку, а не просто быстро куда-то в пространство, непонятно зачем. Поэтому нас учили слушать музыку и ее использовать. Нас учили владеть своим телом, координировать с музыкой, координировать со своим партнером, а не просто побежали. В спортивном танце очень много акробатических, трюковых элементов. Элементов, которые в музыке показывают характеры других танцев. Допустим, не только латиноамериканских, кубинских, да, испанских, как это было традиционно, но и начинаются те элементы, которые сейчас очень модны, популярны у молодежи. Да, это хип-хоп и джаз, модерн и все направления современные, которые есть. Для того, чтобы быть танцором, недостаточно быть просто спортсменом и физическим подготовленным. Нужно быть очень творческим человеком, интеллигентным, развитым и так далее. Еще один важный параметр – взаимодействие в паре. Ведь достичь качества в партнерстве – это почти все 100% успеха в танцевальном спорте. Очень много информации именно по партнерству и по взаимодействию, по взаимосвязи и по личному росту. Из этой группы, из индивидуального урока вроде бы нам не говорят ничего сверхъестественного, но при этом ты открываешь для себя новые возможности. Мастер-классы такого уровня для нашего региона действительно редкость. Вот поэтому это, я бы сказал, мировой уровень. Поэтому на такой мастер-класс следует ехать из любой точки России.
Такие встречи обычно вдохновляют спортсменов на новые достижения. А чтобы выйти на новый уровень своего мастерства, все движения необходимо отработать на практике, не забывая при этом про осознанный подход к танцу. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Роль пуговиц в создании модной одежды нельзя недооценивать. Хорошая фурнитура делает ее одежду стильной и дорогой. В зависимости от дизайна может кардинально менять характер и настроение. Добавить образу исторического флера помогают пуговицы с геральдической символикой. Каждая пуговица – это как произведение искусства. Каждая вот из этих пуговиц, она имеет свой характер, и ее можно долго разглядывать. У каждой свой сюжет интересный. Например, здесь есть пуговицы в стиле милитари, с гербами, с мальтийскими крестами, со львами. Целый ряд пуговиц разных цветов, с чертополохом. Чертополох, он вообще является оберегом. Эти пуговицы могут использоваться в унифицированных моделях, такие как пиджаки, жакеты, юбки. При помощи этих пуговиц мы можем придать индивидуальность и характер любому изделию. Такие пуговицы встречаются в коллекциях от кутюр. Да и сил на их производство уходит не меньше, чем на создание уникальной дизайнерской одежды. Каждая модель пуговицы производится в ограниченном количестве. Здесь нет вот такого массового производства. Каждая партия ограниченного выпуска. Повторить такую модель мы уже не сможем. Многоступенчатое производство проходит много стадий обработки. Специально производят под каждую ткань, под каждый принт, производят именно свою фурнитуру, чтобы это все друг с другом сочеталось и не противоречило друг другу. А еще изготовление этой уникальной фурнитуры связано с таким понятием, как экологическая ответственность. Производство организовано без вреда окружающей среде. Человек пройдет мимо, его никто и не заметит, собственно говоря. С такими пуговицами пройти незаметно невозможно. Кул-лифтинг – это мезотерапия без уколов, плюс гидротерапия, карбокситерапия и криотерапия. Работает в глубоких слоях кожи, увлажняет, способствует разглаживанию морщин и выравниванию тона на поверхности. Методику кул-лифтинг оценили столичные звезды. Ощущение, что я выспалась на облаке – такое легкое, такое приятное, прохладное прикосновение. Это прекрасная альтернатива уколом и инъекциям. И это действительно оружие красоты. Это однократная процедура для красной ковровой дорожки, как мы говорим, и курсовая процедура для, допустим, коррекции обезвоженности, либо для коррекции морщин, да, либо для коррекции плохого цвета лица. Если хотим наблюдать стойкий эффект, нужно выполнить курс из 6-8 процедур. Инновационная методика кул-лифтинг появилась и в Челябинске. Она представлена в имидж-студии Елены Ивановой. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, в Instagram и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».